под эгидой Ассамблеи народа Казахстана, то, что проводится караван милосердия по республике, это очень благое дело, непосредственно, где активизируют наших предпринимателей, активистов, просто людей с открытой душой, которым имеют возможность оказать благотворительную помощь именно тем людям, которым необходимо. Это пускай даже элементарная подготовка к школу, не так просто для многодетной семьи. Очень много пожилых людей, которым необходима поддержка, определенная государственная поддержка, которая ведется, этого недостаточно. И почему бы нашим предпринимателям, преуспевающим предпринимателям, почему бы не оказать? И очень отрадно, что именно в нашей Октябрьской области это караван милосердия в течение года идет. И у нас с каждым годом количество предпринимателей, меценатов и количество, конечно, людей, получаемые такую помощь, благотворительную помощь. И, конечно же, сумма благотворительной помощи увеличивается. Мне хотелось бы еще сказать, что наши этнокультурные объединения, конечно, среди них тоже есть свои крупные и малые предприниматели, которые также активно принимают участие во всех этих благотворительных мероприятиях. И то, что несмотря на национальности, несмотря на веры, самое главное, они как единое целое поддерживают буквально всех. Не только, допустим, азербайджаны поддерживают Азербайджан или армяне армянам. Здесь ведется такая большая, огромная работа, которая абсолютно объединяет всех. И нам очень отрадно, что те наши меценаты, которые прошли республиканский конкурс, ну, можно сказать, что отобрали наших лучших меценатов, которые сегодня вот на этом республиканском форуме их будут награждать. Я считаю, что это все-таки определенный стимул за те благие дела, которые они оказали.